Великий камень – это название нашей белорусской деревни. Мы предложили название нашей белорусской деревни «Великий камень», которая органичным образом в ментальность нашей китайской партнеры тоже легла. И, соответствующим образом, этот проект с названием «Белорусской деревни», я скажу без, так сказать, ложной скромности, знает во всем мире. Это действительно межгосударственный проект. Сейчас в нашем парке зарегистрировано 62 резидента из 15 стран мира. Инвесторы из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, России, Швейцарии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов. То есть география такая настоящая, широкая, интернациональная, говорит о том, что этот проект состоялся как международный проект. Фактически мы можем даже так говорить, с юридической точки зрения, этот проект уже на 3 страны межгосударственный, потому что акционеры у нас и из Германии. И вот они вместе с китайскими партнерами, с Республикой Беларусь присоединились, кстати, швейцарская компания «Хупак» в области транспортной логистики, один из таких продвинутых европейских, скажем так, брендов. Именно они планируют в этом году, мы вот буквально несколько недель назад зарегистрировали юридическое лицо на вот эти вот 4 страны, 5 юридических лиц, которые составили вот такой консорциум для строительства международного терминала, транспортного терминала, который планирует действительно обрабатывать грузы, которые будут идти из Китая в Европу и обратно. И для нас это один из таких ключевых в настоящее время проектов, которые мы здесь будем строить. И Республика Беларусь, кстати, принимает активное участие не только в строительстве самого терминала, но и мы начинаем сейчас уже тоже строить железнодорожное сообщение, которое будет соединять вот этот будущий терминал с нашей транспортной железнодорожной веткой. Это будет построено больше 4 километров железных дорог. Для нас было важно в приоритетах определить те отрасли, которые бы составляли будущее нашего развития экономики, интегрировались, опять же, в наши экономические процессы, давали своего рода толчок. И проекты, о которых мы уже сейчас действительно говорим, что они состоялись, они выпускают продукцию, подтверждает вот те направления, которые мы определили. Электроника, новые материалы, машиностроение именно с точки зрения перспектив развития, фармация, биотехнологии, здравоохранение тоже является в приоритете. И несколько предприятий пришли уже в этом году. Мы зарегистрировали в этом году 7 резидентов. 4 из них – это как раз в области здравоохранения. Последний резидент из Чехии по выпуску эндопротезов. Очень интересная, очень инновационная, очень востребованная, в том числе для социальных, так сказать, нужд продукция, которая вот будет здесь выпускаться. Я надеюсь, здесь будет построен в будущем хороший завод по выпуску таких изделий. За 4 года мы построили все инфраструктурные элементы здесь, на территории парка. И вложено уже порядка в инфраструктуру 260 миллионов долларов США. Не просто индустриальный парк, не просто производство. Это город будущего, город со всеми соответствующими социальными, жилыми, административными объектами. В прошлом году мы завершили строительство и уже практически полностью заселили первый жилой комплекс на 156 квартир. А в перспективе действительно это будет жилой комплекс в первую очередь на 6 тысяч проживающих. Школа, сад, поликлиника. Вот это все те проекты, которые уже проектируются, которые мы уже готовы строить. Основные люди, которые сюда привлекаются, основные трудовые ресурсы – это наши белорусы. Именно здесь им готовятся вот эти рабочие места, именно здесь мы ждем, что они будут активным образом работать на тех производствах, которые вот сейчас создаются в парке «Великий камень». Парк узнаваем, и узнаваем по, я бы сказал, всем направлениям, и географическим,
И нами интересуются достаточно такие знаковые, в том числе печатные издания. Financial Times, несколько уже интервью, вручали награды. Евромания и дочерняя компания Айжемания присвоили этому проекту как самый динамичный, как самый быстро развивающийся проект в Восточной Европе «Шелкового пути». И это проект будущего. И мы надеемся на то, что он состоится именно в таком масштабном ключевом проекте, в том числе как «Один пояс, один путь».